Итак, смотрите, очень часто вот китайский фонарик, вот такой вот китайский фонарик, да, в нем для того, чтобы его заряжать, предусмотрена вот такая вот вилочка. Она сама по себе довольно-таки маленькая, и бывает очень часто она ломается. Ломается, может поломаться из-за розетки, может просто выпасть из розетки во время зарядки, может просто упасть, ломается. В чем прикол? Мы делаем просто вот, покупаем такую вот вилочку, ну или берем где-то по возможности. Вставляем, разбираем фонарик, вставляем проводочек, завязываем его там хорошо, чтобы он не вылез. И добавляем вот такую вот вилочку. Да, согласен, внешний вид эстетически, конечно, хуже. Но с другой стороны, а что делать? Ведь такую вилочку, вот какую они предлагают китайцы, мы уже не можем найти. Фонарик этот недорогой, но тем не менее, как видите, он заряжается, и мы его жизнь восстановили. Ну вот, такой маленький секретик я вам открыл. Видите?